В Севастополе пройдут испытания городской энергосистемы в изолированном режиме. Об этом сообщает пресс-служба «Севастополь-Энерго». Работы назначены по поручению Министерства энергетики России на вторник и среду, 23 и 24 апреля, с 8 до 22 часов. В ходе испытаний на полную мощность будут запущены Балаклавская ТЭС в Севастополе и Таврическая в Симферополе. По замыслу в это время на полуострове будут использоваться только местные источники энергии.